Так, Луна. Сентября 2020 год, Харьков, 22:16 по Киеву. По-моему, красавица. Дадим возможность самой вползти в кадр. Так, ладно, сейчас у нас Юпитер там спрячется за зданием. Так что давай, наверное, отвлекусь ненадолго совсем. От Луны сниму коротенько. Коротенько. Юпитер. Сейчас пробую резкость получше поискать. Ой, вряд ли что-то лучше выйдет. Где-то так. Да, ни спутников не видно, ни полос не видно. Или полосы видны. Но очень-очень мутненько. Вроде бы чистое небо, но видно все эти. О! Так вот сейчас, по-моему, получше. В окуляре так даже спутники вижу. И полосы вижу. Ну, тяжело сориентироваться, потому как непонятно, что будет видно на экране. В окуляр вижу полосы и спутники. Слева спутник Ио, рядом со всем с Юпитером. Справа, по-моему, идет Европа, потом Ганимед уже спрятался. Да, вижу. Ладно, будем надеяться, и на мониторе будет видно полосы. Давай пойдем к Сатурну. Если мы его тут нащупаем. Слишком темный, да? Ай, да. Не могу увидеть. Обидно. Вот он, все, засек. Поймалась рыбка золотая. Теперь главное подсечь, не упустить.
Весь затек я как-то уже. До Юпитера. Между прочим, сейчас 666 миллионов километров. Суеверных нет. Я не суеверный, не верующий, не забубонный. Да, одежда ж титан, да? Должен быть как раз вот сейчас над Сатурном должен быть титан. Его замечательный спутник. Все-таки небо создает впечатление чистого. Ну, то есть ни одного облачка увидеть не получится. Но вот это дичайшее сияние вокруг Луны выдает то, что пара, влаги в этом самом просто немерено. Так. Поехали к Луне. Триста девяносто шесть тысяч километров сейчас до Луны. Удаляется она от нас после того, как была в перигее. До Сатурна. О, кстати, платушка. Платошка, Платон, кратер Платон. Кругленький, аккуратненький, 100-километровый. А где у нас Аристарх? Вползет самостоятельно в кадр или не вползет? Вот он, красавец наш, снизу показался. Да, когда он был на линии терминатора, совсем другой вид имел. Сейчас это белая клякса. А тогда это был чутенький кратер. Ладно, пошли к Марсу, наверное, да? Посмотрим на нашу красавицу. Марс поднимается над горизонтом. Он все еще низко над землей. Над горизонтом низко. И потому плавает просто в атмосфере. Плавает. Мерцает, переливается. И, в общем-то, конечно, никаких ледников, как я снимал, когда он был в зените. Еще в августе. Увидеть ожидать не приходится сейчас. Надо ждать, пока он поднимется гораздо выше. В более прозрачные слои земной атмосферы. Ну, просто для количества. Снимем еще и Марс. Ах, ты ж боже ты мой. Да, ну вообще ни о чем, да. Конечно.
не то. Когда я снимал его утром, видно было и белую шапку на полюсе. Лидо мной. А сейчас это так. Красная планетка. Видно, что красная планета, но на этом и все. Она... Ну, белее там еле-еле, не это, даже в окуляр это больше иллюзия оптическая, чем объективная. Ладушки, давай вернемся к Луне. Как виновница торжества сегодняшнего полнолуния. Юпитер уже спрятался за зданием. Так, сейчас. Одна из ног штатива мешает. Абсолютный штиль. Почему-то совершенно нет комаров. Празднуют 1 сентября. Нападением на Польшу. Так. Да, плывет земная атмосфера. Красивый кратер на линии терминатора с пиптиком внутри. Торчит из него. Хорошо. Думаю, достаточно. 22-28 по Киеву в Харькове. 1 сентября 2020 год. Ночь полнолуния. Марс сняли, Юпитер сняли, Сатурн сняли, Луну сняли. Пошли по домам.